Начало эпохи Возрождения во Франции, первая четверть XIV века, совпало с одним из самых трагических периодов ее истории. Война с Англией, получившая впоследствии название Столетней, продолжалась уже более 70 лет, принося французам в основном поражение. В 1415 году французская армия была разбита под Азенкуром, и в 1420 году англичане заняли Париж, навязав Франции самые позорные условия мира. На престоле сидел душевно больной король Карл VI, пользуясь недееспособностью монарха, его ближайшие родственники, герцоги Бургундский и Орлеанский, буквально растащили королевство по частям. Борьба за власть между ними переросла в настоящую гражданскую войну, в которой каждая из сторон нередко предавала национальные интересы, призывая на помощь англичан. Страну сотрясали городские и крестьянские восстания. Прежде цветущие области Иль-де-Франс, Нормандия, Пикардия лежали в руинах. В начале 15 века Франция оказалась на грани полного краха. Однако трагические события Столетней войны разбудили национальные чувства французов. В борьбе против захватчиков англичан они впервые ощутили себя единым народом. Это было важно не только для политического будущего страны. Национальный характер, сформировавшийся в ту эпоху, определил основные отличительные качества французского искусства на протяжении последующих трех столетий. В тяжелый период, который переживала страна, французское искусство не только не погибло, но и приобрело изысканные, утонченные формы. При дворах крупнейших феодальных правителей в Париже, Дижоне, Бурже, возникла культура, причудливым образом соединившая черты уходящего в прошлое Средневековья и наступающей эпохи Возрождения. «Осень Средневековья» – так поэтично назвал эту культуру нидерландский историк Йохан Хайзинга. Яркий, пышный, театрализованный придворный ритуал, рыцарские турниры, галантное поклонение прекрасной даме, легенды, оживавшие на страницах рыцарских романов, и традиционные формы готического искусства – все это связывало французскую культуру того времени с прошлым. Однако под внешними средневековыми чертами возникло стремление постичь окружающий мир, закладывались основы светской культуры, начинались поиски новых принципов искусства. В отличие от Италии, где начало эпохи Возрождения положило обращение к античности, во Франции старое и новое переплетались на первых порах настолько тесно, что историки до сих пор затрудняются определить, в какой момент закончилось Средневековье и началось Возрождение. Первым мастером французского Возрождения стал живописец Жан Фуке. Большая часть сохранившихся станковых произведений Фуке – портреты, отмеченные документальной правдивостью и беспощадной точностью психологической характеристики. Фуке проиллюстрировал целый ряд манускриптов религиозного и исторического содержания. Миниатюры Фуке отличаются реалистическим изображением событий, перенесенных в обстановку современной художнику Фландрии, мягкостью колорита, мастерским использованием элементов линейной и воздушной перспективы. Окончание Столетней войны с Англией в 1453 году и объединение страны вернули Франции положение одного из сильнейших государств Европы. С 1494 года начался полувековой период итальянских походов французских королей. Французская монархия решила завоевать богатую Италию, свою главную соперницу европейской торговли. Однако, вернувшись из походов, французы неожиданно для себя увидели совсем иную Францию. Сеньоры находили свои родовые замки тесными и мрачными,
окружавшие их вещи старомодными и лишенными красоты, книги скучными, а развлечения унылыми и однообразными. Прекрасная Италия с ее роскошными дворцами и садами, величественными соборами и просторными городскими площадями, утонченными интеллектуальными беседами и пышными красочными празднествами поразила воображение французов. Италия стала эталоном, модой, всеобщим увлечением. В первое время соединение двух культур, французской и итальянской, носило достаточно случайный и подчас противоречивый характер. Орнаментами и росписями в итальянском духе украшали порталы и оконные рамы мощных средневековых замков. Фонтаны и беседки, созданные приезжими мастерами-итальянцами, скульптуры, вывезенные в качестве трофеев из Италии, преобразили сады, которые стали островками нового искусства. Увиденные в Италии пейзажи и памятники появились во французских миниатюрах. Смешение французских и итальянских черт во французском искусстве начала XVI века привело к созданию оригинального стиля, названного историками первым Ренессансом. Его яркий, необычный и по-своему обаятельный характер лучше всего выразили замки в долине Луары, органично соединившие в себе традиционные французские и новые итальянские черты. В каждой стране есть местность, как бы вобравшая в себя качество национального характера и самого духа страны, ее сердце. Во Франции это долина Луары, самой французской реки, по выражению писателя Гюстава Флабера. Замки, построенные здесь в конце 15-го, начале 16 веков, принесли долине Луары славу колыбели французского возрождения. В Амбуазе, крупном в то время городе на Луаре, находилась резиденция короля Карла VIII. Именно сюда он привез из первого итальянского похода мастеров, намереваясь возвести на месте старого средневекового замка огромный дворец с парками и садами, подобным увиденным им в Неаполе. Работы шли полным ходом, когда король умер. Строительство прекратилось. Замок так и остался хаотическим нагромождением старых и новых конструкций. В 1515 году на французский престол вступил молодой Франциск I, который немедленно начал перестраивать другой замок в Блуа, намереваясь затмить его великолепием Ватиканский дворец. Наружный фасад здания, выходящий на откос берега реки, превратили в несколько ярусов открытых галерей с арками, обрамленными полуколоннами, пилястрами и рельефами. Создавалось некое подобие лоджий Ватикана, повторявших в свою очередь архитектуру знаменитого древнеримского амфитеатра Колизея. Впервые французский замок смотрел на город не толстыми стенами и крепостными башнями, а лоджиями, что подчеркивало его новый, ренессансный характер. Правда, зодчие, строившие замок, еще не были искушены в знании классических норм, формы сооружения далеки от античных канонов, арки большей частью неправильны, а галереи не имеют внутри сквозного прохода и представляют собой просто глубокие ниши. В мотивах украшения мирно уживаются итальянские гирлянды, вазы и обнаженные мальчики, пути, с французскими розетками, плетенкой и саламандрами, геральдическим символом Франциска I. Их сочетание создает причудливо-фантастический образ. В самом удивительном замысле французского возрождения замки Шен-Монсо гармонично сочетаются красота окружающей природы и человеческая фантазия. Замок был сооружен на искусственном островке посередине реки Шер.
Это небольшое здание с четырьмя башенками по углам, увенчано лесом высоких кровель, шпилей, каменных труб. Особую живописность ему придают люкарны, декоративные окна в крыше. Возникает образ грациозный, прихотливый и, можно сказать, женственный. Не случайно именно этот замок принадлежал фаворитке короля Генриха II Диане де Пуатье, а затем его законной супруге Екатерине Медичи. Леонардо да Винчи, приглашенный ко двору Франциска I, хотя и прожил во Франции очень недолго, он приехал в конце 1516 года, а умер 2 мая 1519 года, успел внести свою лепту в строительство замков в Луаре. Он спроектировал новую королевскую резиденцию в местечке Ромарантен на реке Шер. Этот проект, правда, так и не был осуществлен. Но, возможно, некоторые идеи Леонардо получили развитие в Шамборе, самом грандиозном по замыслу замке в долине Луары. Строгий фасад здания венчает крыша, которая поражает невероятным богатством и разнообразием архитектурных украшений. Высокими кровлями, каминными трубами, многоцветными окнами, люкарнами и множеством легких беседок, напоминая сказочный городок. С плоской террасы можно обозревать окрестности. В глубине одного из четырех просторных вестибюлей открывается окутанная полумраком гигантская парадная лестница. Две закручивающиеся спирали, заключенные в восьмигранник столбов. Великолепный Шамбор стал вершиной и одновременно последним образцом оригинального стиля, воплощенного в замках Луары. Претерпев эволюцию замысла от охотничьего замка до парадной резиденции, Шамбор остался почти нетронутым временем памятником начала блестящего расцвета французского возрождения. Следующий этап развития французского искусства во многом связан с инициативой и личным покровительством Франциска I. В 1530-х годах король-меценат решил расстаться с долиной Луар и перенести место пребывания двора в Париж, историческую столицу Франции. Задумав вернуть этому городу прежнюю славу политического, культурного и художественного центра страны, Франциск I с головой ушел в проект перестройки главного королевского дворца – Лувр. Тогда же вокруг Парижа возникло целое созвездие малых резиденций короля и его приближенных. Каждая из них должна была служить образцом нового вкуса, нового стиля жизни и нового искусства, призванных поднять престиж Франции в глазах всей Европы. Для осуществления этих замыслов привлекались самые прославленные скульпторы, архитекторы и живописцы не только Франции, но и Италии. Бенвенуто Челлини, Андреа дель Сарто. Наверное, не было в Италии 1530-х годов ни одного значительного мастера, который не получил бы заманчивых предложений от щедрых на посулы посланцев французского короля. И если приглашаемый отзывался работать, как, например, патриотически настроенный Микеланджело, то французы стремились, по крайней мере, купить его произведения, закладывая тем самым основу одной из первых и лучших в мире музейных коллекций. Создателями нового направления во французском искусстве стали два итальянских художника. В 1530 году во Францию приехал флорентиец Джованни Батиста Россо,
а в 1531 году Франческо Приматиччо из Мантуи. Оба итальянца обосновались в Фонтебло, местечке близ Парижа, славившемся своими охотничьими угодьями. Франциск I – страстный охотник, начал там перестраивать очередной замок. Украшение новых зданий стало главным делом крупной мастерской, где работали французские и итальянские художники, скульпторы, плотники, резчики по дереву, ювелиры и изготовители гобеленов. Мастерская получила название школы Фонтенбло. В 30-х годах XVI века ее возглавил Россо Фарентино. Под его руководством была оформлена галерея Франциска I. Стены в ее нижней части обшили искусно отделанными деревянными панелями, а в верхней украсили картинами на мифологические и исторические сюжеты, в которых в аллегорической форме прославлялся король. Картины обрамлялись рельефами из стука, гирляндами, картушами, фигурами обнаженных юношей в динамичных позах. В 40-х годах после смерти Россо мастерской руководил Приматиччо. В стиле школы Фонтебло этого периода можно судить по оформлению покоев герцогини Детам, выполненному Приматиччо. Стены комнат были украшены стуковыми рельефами, обнаженные длинноногие нимфы с тонкими талиями и маленькими головками в свободных позах грациозно поддерживали извивающиеся ленты и небольшие овальные панно, над которыми развивались шаловливые амуры. Живопись служила декоративным дополнением рельефов. Основной ее темой были празднества, маскарады, изображенные в античном стиле. Но в них легко угадывались пышные и праздничные увеселения французского двора. Жеманные нимфы, элегантные дианы-охотницы, обнаженные и полуобнаженные аллегорические персонажи и портреты придворных красавиц стали главной продукцией французских и итальянских художников школы Фонтенбло. Для них характерна такая общность стиля, что часто невозможно определить, какому мастеру принадлежит то или иное произведение. Именно это искусство, изысканное и манерное, с легким оттенком фривольности, сочетавшее виртуозное техническое мастерство с фантазией и декоративностью, в наибольшей степени отвечало вкусам французского двора того времени. Начиная с 1515 года, при дворе Франциска I работал живописец Жан Клое-младший, знаменитый мастер живописного и карандашного портрета. Художник создал целую галерею портретов современников самого короля, его соратников, участников итальянских походов, известных придворных красавиц и так далее. Линии карандашных портретов Жана Клое скупы и просты. Художник подробно прорабатывал только лицо. Головной убор, прическу, костюм он часто намечал одной-двумя линиями. В этой простоте заключается особое обаяние портретов Клое. Его интересовал лишь сам человек, его сущность. Жан Клое и его сын Франсуа Клое, ставший после смерти отца главным портретистом французского двора, запечатлели практически всех действующих лиц французской истории XVI века. Королей Франциска I и Карла IX. Знаменитых красавиц мадам де Летранж, мадам де Лотрек, герцогиню де Тампл, фаворитку Генриха II, Диану де Пуатье. Портреты, выполненные Франсуа Клое, отличаются по технике от работ его отца. Клое сын много внимания уделял деталям костюма, передаче фактуры разнообразных материалов. Его характеристики острые и точны. Они раскрывают человека гораздо полнее и глубже, чем все исследования историков.
В середине XVI века в активную творческую жизнь вступило новое поколение французских мастеров, прежде всего архитекторов и скульпторов. Первым из них следует назвать Филибера де Лорма, архитектора, потомка средневековых строителей из Лиона. В юности де Лорм ездил в Рим раскапывать, обмерять и изучать античные памятники, пытаясь открыть классические принципы архитектуры. Вернувшись во Францию, де Лорм сделал блестящую карьеру, заняв должность главного архитектора при дворе короля Генриха II. Возведенные им замки, дворцы, капеллы, как и работы, выполненные под его руководством, Фонтебло, восхищали современников. Де Лорм стремился творчески использовать основные принципы искусства Возрождения. Превыше всего в архитектуре он ценил изобретательность. Мастер предложил свой собственный французский ордер. Блестящее знание строительной техники позволило ему виртуозно решать сложнейшие инженерные задачи. Так, с помощью изобретенной им технологии сборных деревянных конструкций, де Лорму удалось перекрыть широкое пространство бального зала в замке Фонтебло. Войны и позднейшие переделки почти полностью уничтожили все творения мастера. Лишь отдельные фрагменты сохранились от замка Анны, любимого его детища. Время пощадило въездные ворота и капеллу, напоминающую своими очертаниями римский пантеон. Одним из самых талантливых мастеров французского ренессанса был скульптор Жан Гужон. В противоположность итальянским художникам, которых вдохновляла идея возрождения величия Древнего Рима, Гужон сумел почувствовать и воплотить в своих произведениях истинный дух искусства Древней Греции. Самое совершенное создание Гужона – фонтан невинных, над которым он работал совместно с архитектором Пьером Леско. Фонтан украшали рельефы с изображением нимф, тритонов, наяд и других мифических существ. Нимфы и наяды Гужона словно живое воплощение водной стихии, принимающей в них человеческий облик. Кажется, что неприхотливый замысел мастера заставляет струиться складки их легких одеяний, а естественное течение водных потоков, то дробящихся, то сливающихся воедино. Интуиция художника как будто прозревает сквозь века великие образы греческой пластики. Жуан Гужон и Пьер Леско создали и другое выдающееся произведение французского возрождения – «Западное крыло Лувра». Творчество Жана Гужона является ярким и исключительно цельным воплощением художественных исканий французского возрождения. Середина XVI столетия стала вершиной искусства возрождения во Франции. Его расцвет был прерван трагическими событиями второй половины века. В 1560 году кровавое подавление амбуазского заговора протестантов разрушило хрупкое равновесие, существовавшее между сторонниками различных религиозных течений в предшествующую эпоху. Так началась открытая вооруженная борьба между католиками и протестантами, которая продолжалась более 30 лет. Естественно, кризис в обществе не мог не отразиться на характере искусства. Бессилие перед трагическими событиями и усиливающийся религиозный фанатизм изменили отношение французов к художественным ценностям Возрождения.
конце XVI века во французском искусстве распространяется манеризм, нашедший наиболее яркое выражение в творчестве придворных художников, наследников мастеров из школы Фонтенбло. Темы мистических видений страшного суда, равно как традиционных галантных празднеств, процессий и маскарадов, стали непременными сюжетами в живописи, гравюрах и декорации гобеленов. Индивидуальное авторское творчество теперь приходит на смену средневековой анонимности. Огромное практическое значение получает теория линейной и воздушной перспективы, пропорций, проблемы анатомии и светотеневой моделировки. Центром ренессансных новаций, художественным зеркалом эпохи, явилась иллюзорно натуроподобная живописная картина. В религиозном искусстве она вытесняет икон, а в искусстве светском порождает самостоятельные жанры пейзажа, бытовой живописи, портретов.